Провязываем нуб или шишечку из 5 петель. Вводим спицу в петлю как лицевую, делаем, вытаскиваем петлю как лицевую, накид, еще раз лицевую, накид, еще раз лицевую, и теперь снимаем со спицы. Нуб готов. Провязываем нуб с изнаночной стороны. Вот у нас наш нуб. Нужно набрать все 5 петель на спицу. Если вам сложно, спицы не тоненькие или еще что-то мешает, оттяните нижний край вот так вот пальцем вниз. Тогда здесь петли станут посвободнее. Вот. Все 5 петель мы провязываем. Вот так вот.